Что увидят посетители казахстанского павильона на предстоящей выставке «Экспо» в Дубае? Сегодня журналистам впервые рассказали подробности. Строительство здания завершили на 100%, и сейчас идет монтаж выставочного оборудования и техники. Ландшафтные работы и тестирование хотят завершить до конца сентября. На входе зрителей будет ждать пресс-шоу продолжительностью в 2 минуты. Зоны внутри расскажут о казахстанском культурном наследии, биоразнообразии нашей страны и технологических прорывах. Наш павильон представляет из себя 3400 квадратных метров, 3 этажа, поделен на 4 зоны. В нашем павильоне мы будем демонстрировать как туристический, так и инвестиционный потенциал страны. В демонстрации контента однозначно будут использованы самые последние передовые технологии, имеющиеся сейчас на рынке.